Рано весь! Рано весь! Отстань! Ребята собрались! Рано весь! Мирно! Здравствуйте! Вот такой день, что здесь вот три маленьких ребенка, которые не могут даже полной грудью поздороваться. Не стыдитесь сами себя. Давайте попробуем все вместе. Здравствуйте! Как говорится, дыхательная гимнастика очень полезна для нашего организма. Равняйсь! Мирно! Здравствуйте! Здравствуйте! Вот уже гораздо лучше. Я рад всех вас приветствовать в нашем юбилейном турнире. Это у нас 10-й турнир подряд, который мы проводим. И вот уже третий год подряд наш турнир стал интернациональным. В нем присутствуют дагестанцы, осетинцы, белорусы, украинцы и, конечно же, русские. Армяне, татары и все остальные. Я очень рад, что такой у нас многонациональный турнир получился. Я рад, что вы каждый раз к нам приезжаете и участвуете в наших упорнейших играх. Хочу пожелать всем удачи и побед. И, как говорится, пусть победит сильнейший. Сразу по правилам. Играем по олимпийской системе. Проиграл, вылетел. Регламент предварительных игр. Два тайма по 10 минут. Играем 7 плюс 1. Это ясно? Хорошо. Также убедительная просьба. Не ругайтесь матом. За это можно получить желтую, даже красную карточку. С удалением. Пожалуйста, да, конечно. Убедительная просьба. За явное нарушение просто 100% будет дана карточка. И будете отдыхать. Сама 5 минут, второй 10. И пожизненно. Чтоб имели в виду. Вы смейтесь, не смейтесь, кто у нас приезжает, это уже привыкли к этому. Да, команда Лисинос или нет? Меня уже удаляли. Кто-то даже был удален неоднократно. Сразу напоминаю, что все должны четко соблюдать правила техники безопасности. Чтобы случайно друг друга не травмировали. Давайте без эксцессов. Договорились? Хорошо. По поводу подкатов. Кому? Подкатов кому? Вот отдельно. Просто мы можем все организованно решить, нужны они нам или нет. Если нужны, то предельно жестко, чтобы травм не получили. Вот так что, с подкатом да или нет? Да! Не слышу? Да! Хорошо. Заметьте, что у нас здесь и школьники играют, и поэтому предельно осторожны. Без офсайда фаута руками. Если будет ничья, пробиваем пенальти. По 3 пенальти в отборочных играх. Давайте по 5. Финальный по 5. В финале, если будет пенальти. Здесь по 3. В прошлом году было по одному. Итак, первая пара у нас играет. Разам Лисинос. Вторая пара. 4-4-4-4. ТПК Зелан. Третья пара – Ракета ФК «Раш». И четвертая пара – Дагестан, Малага. Все ясно? Да. Хорошо, все молодцы, разойдись. Остаются команды «Разам», «Лисинос». Не, не, не. Не с чемпионом. Чемпионы «Лисинос». В прошлом году. Да, один человек вот в Байрактаре присутствует, капитан. А так в прошлом году, да, он лучшим игроком был, лучшим бомбардиром. Правда, у нас было 4 лучших бомбардира, так как одинаковое количество голов забили, 4 человека. У нас такое впервые было. Так что 4 у нас лучших бомбардира. Что, страшно уже? Ну вы сами же ребенка молодцы. Ну так наоборот, хорошо.